Дорогие друзья, сегодня мы объявляем о новом проекте, проекте ДГ, моих проектах. Есть уже сайт ДГ News, и сейчас мы к этому сайту добавим сайт про Берлин. Давно уже, честно говоря, вынашиваю идею создания сайта именно на берлинскую тематику, потому что я живу в Берлине уже 27 лет, и город стал для меня родным, и я думаю, что настало время сделать такой качественный, интересный сайт именно про наш город на русском языке. И мне хочется, чтобы мы вместе, как бы вот у нас есть бизнес-группа тоже, которая уже несколько лет встречается тоже в Берлине, конечно же, в большинстве случаев. И хочется, чтобы мы вместе создали интересный сайт. Потому что хочется обогатить сайт интересной, актуальной, полезной информацией. И здесь тоже многое зависит от вас. Вот. В первую очередь, конечно, хочется провести опрос среди читателей, среди вот участников нашей бизнес-группы, о рубриках. Поэтому пишите нам, мы сейчас в соцсетях начнем опрос проводить на нашем сайте ДГ News. Пишите нам, какие темы о Берлине вам хотелось бы приоткрыть на нашем сайте, о каких темах вам хотелось бы узнать. Конечно, мы планируем много тем про бизнес, про недвижимость, в частности, про адвокатов, про врачей, про наши бизнес-встречи, про наших самых активных участников бизнес-встречи. И поэтому там, я думаю, тоже будет большой пласт информации, который мы на нашем сайте будем постепенно раскрывать. Что еще новое будет на нашем сайте, это будет рубрика про отдельные районы Берлина. Мы будем представлять участников наших бизнес-встреч и вообще креативных, интересных, говорящих жителей Берлина, которые проживают в разных районах. Они будут вам представлять как бы разные районы нашего города, будут о них рассказывать какие-то интересные, может быть, занимательные истории, полезные истории, информационные. Я думаю, что это тоже как-то обогатит наш новый сайт и сделает его тоже интересным. Конечно, обращаюсь тоже и к нашим предпринимателям, потенциальным спонсорам нашего сайта. Поддерживайте, пожалуйста, наш сайт. Не забывайте, что журналистика хорошая, качественная, стоит тоже денег, и нам тоже хочется как-то развиваться, поэтому давайте развиваться вместе. Мы тоже хотим развивать и предпринимательство, и бизнес, и новые проекты, и культурного характера, и бизнес-характера. И у нас есть тема на женскую тематику, есть тоже отдельный женский сайт, поэтому ДГ News будет более глобальным сайтом, а вот новый сайт, скоро мы объявим его имя, будет именно про Берлин, и они как собратья будут вместе развиваться, и надеюсь, что они будут развивать и вас тоже.